французский художник, который жил раньше, много раньше, чем Сезанн. И как все художники, которые создавали натюрморты, какая у них была задача, вы сейчас мне ответите. Какую они перед собой ставили задачу в натюрморте? И что такое натюрморт, ранний натюрморт досезанновский? Почему Сезанн так был влюблен в натюрморты Шардена? Я вам хочу сказать, что я пересмотрела, я очень люблю натюрморт. И я пересмотрела огромное количество натюрмортов, готовясь к нашей встрече. Это испанские натюрморты, знаменитые сорбарановские, это и голландские натюрморты и так далее. Сезанн, поскольку он ходил в Лувр, в Лувре очень широко и хорошо представлено французское искусство, почему он любовался Шарденом и почему, я вам говорю, что это следующий шаг, который сделал Сезанн в сфере натюрморта. Композиция. Композиция, понятно. Они все были прекрасными композиционными мастерами. Они великолепно владели этим мастерством. А что? Что в этом натюрморте важно? Поверхность. Громче. Может быть, поверхность? Конечно, конечно. То есть каждая вещь, каждый предмет обладает какой-то фактурой, да? Для нас важно, что это металлическая ступка или не важно? Конечно. Когда нам художник передает ощущение материала, для нас это интересно, важно? Конечно. У нас есть ощущение, что мы словно прикасаемся к предмету. Есть ощущение, что я этот персик уже ем. Он пахнет, правда? Да. Даже несмотря на то, что он на стене, он создает совершенно точно. То есть ощущение сочности. А стеклянная вот эта темного стекла бутылка с вот этими тремя замечательными бликами, она же абсолютно натуральная. Кажется, что мы такую бутылку можем просто ощутить прохладу стекла, да? И прохладу серебра металлической. И прохладу металлической серебряной ступки. Замечательно. Я не помню, у нас еще шарденовские есть натюрморты? Покажи, пожалуйста. А посмотрите, вот это простой крестьянский натюрморт. Ступка, такая кадочка, хлеб, лук. Там суп уже вопрос. Вопрос. А чем хороши вот такие вечные натюрморты, которые нам показывают мир вещей человека раньше во времени, да? Это от нас стоит 200 веков тому, 200 лет тому назад. Два века. Понятные вещи. Понятные вещи. Они дают представление о жизни, о быте. Да. Они нас в эту эпоху погружают, да, или нет? Конечно, конечно. Вопрос к вам ко всем. Вот там интересно смотреть на это, как на некий исторический фильм. Вы согласны со мной? Это такой костюм эпохи. Я задам сейчас такой провокативный вопрос. А как вы думаете, если составить натюрморт из гаджетов современных, через 200-300 лет кому-то это будет интересно? Как вы полагаете? Коробочка такая, коробочка побольше, коробочка сякая, кнопочка, какая-то мышка, так называемая, люди в 21 веке это называли мышкой. Что-то интересное. Смотря как из вас. Сейчас может, детям расскажу, что раньше были телефоны с кнопочками черно-белые, они посмотрят на тебя и скажут, боже мой, такого не может быть. Но они как минимум скажут спасибо, что показали, я хотя бы понимаю. А вы представляете, что такое для современного ребенка показать ему телефон эпохи, там, я не знаю, времен Великой Отечественной войны, висящие на стене. Девушка, мне, пожалуйста, коммутатор там.
равно, ну, мне так кажется, найти черепок античной вазы для современного ребенка. Я права, нет? Да, абсолютно. Это даже не для ребенка. У меня муж в Парижском музее науки и техники долго ходил вокруг первого компьютера. Он восхищался. Вау, это же целая комната. Вот. Не надо так далеко ходить. Там, да? С дипломом. А учитывая, что все ускоряется, да, то сегодняшние предметы спустя каких-то 10-15-20 лет это раритеты. Это музей. Удивительно. Это, боже, неужели? Да, 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 замечательно. Дискета уже вызывает такой, да? Еще и шарда. Все, возвращаемся к сезону. А вот теперь я вас поймала. И теперь, если вы по-настоящему вникли в наш разговор, я сказала еще там полчаса или 40 минут тому назад, что он заново открыл натюрморт. Что это такое? Что это значит? После Шардена, после моего долгого рассказа про муху Джотто, про виноград Зевксиса, что произошло? Вот натюрморт прошел такой колоссальный путь. Что произошло? Еще. Еще покажем. Груши, яблоки. Она не так натуральная, ее не хочется скушать, она просто красивая. Это невозможно скушать, не хочется, потому что оно не для того написано, чтобы хотелось скушать. Это у Шардена хочется скушать. А для чего тогда? Это не натуральное, оно не как живое, но и не как муляж. А что, для чего? Для счастья. Ощутить полноту вечного мира, да? Кому-то для ощущения полноты вечного мира надо другого уровня вещи. Кому-то для того, чтобы ощутить счастливым, надо написать открытый ларец и там несколько больших бриллиантовых колье, да? Ну, это сделает конкретно счастливым одного человека. А вот такие вещи делают счастливыми от радости бытия, от того, что предмет показан как некий фактический признак того, что мы с вами наслаждаемся каждый любым предметом, изображенным Сезанном. Чайник или сахарница, или драпировка. Это предмет. Только предмет или не только предмет? Почему я говорю, что он вернул натюрморту уникальное положение как жанру? Что? Ну, больше идея, чем предмет. Это не только. Вы понимаете, что сказал Сережа? Он сказал очень важную вещь. Когда предмет больше идея, чем предмет. Или проще говоря, когда предмет больше, чем предмет. То есть это следующее по спирали развития искусства, это следующая стадия жанра, когда не тупо вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят, да? Так уже никто не мыслит, а в предмет вкладывается некая идея, которую несет художник. Следующий момент, давай дальше. Мы с вами один момент очень существенный мне хочется сказать о том, что влияние импрессионистов на Сезанна было так велико не только потому, что он дружил с этими людьми, что они в какой-то степени воспитывали его вкус, его отношение к колориту, к цвету и так далее. Это работы Камиля Писсаро. Еще покажем вам. Но вот это оперный проезд в Париже. Это хрестоматийная вещь, которую все знают. Все любители искусства знают именно эту работу Писсаро. Опять-таки,
надо ехать дальше. Дальше. Тоже. Один из вот таких вот верхних планов, когда с крыши или с высокого этажа дома рассматривается улица, повозки, фиакры и так далее. Атмосфера Парижа. То, что так важно для импрессиониста. Для Сезанна важно оттолкнуться. То есть для него импрессионист это такой трамплин своеобразный. Оттолкнуться от импрессионистов, но полет должен быть свой. И приземление должно быть свое. Я хочу вам сказать, что это был человек вообще удивительно восхитительный в том смысле, что он все делал не так, как его предшественники. И не так, как те, кто из него, так сказать, вышел кубизм, кубисты сделали все по-другому. Дальше. И вот пишет, насмотревшись Писаро, Сезанн пишет свой пейзаж. Что-нибудь есть от Писаро тут? Я вам скажу удивительную вещь, еще одну тайну Сезанна открою, которая к нему привлекает неосознанно. Вот мы с вами все знаем, особенно знают те, кто ко мне ходил на постимпрессионизм и слушал про Ван Гога. Те точно знают, что Ван Гог обожал японскую гравюру. Он ее копировал. В музее Ван Гога есть несколько картин, копии с работ Хиросики. Сезанн тоже смотрел японскую гравюру. Но мы уже с вами знаем, у нас это уже наша, так сказать, мантра, что Сезанн все сделал не как все. Да? Сезанн смотрел на японскую гравюру, но в отличие от Ван Гога он ею не восхищался. Она для него была чисто инструментальной. А что такого есть в японской гравюре, которого нет в европейской картине ни в какой? Что присутствует в японской гравюре инакомыслящее? Что это такое?